штормовая погода гонит штормовые нагоны с волнами высотой в несколько метров между пляжами Феррары и Рим. В Марина ди Равенна пострадали магазины и пляжная инфраструктура. В Равенне пришлось положить мешки с песком, чтобы сдерживать приливы. Приливы поднялись на высоту до 1,7 метра. Экстремальная погода была зарегистрирована по всей Италии. 7 из всех 20 регионов выпустили предупреждение о суровой погоде, а 2 – красный уровень опасности – островной регион Сардиния и Абруцца к востоку от Рима. Десятки людей получили ранения в результате стихийного бедствия. Ожидается, что суровая погода продолжит хлестать некоторые части страны до четверга, 24 ноября.